Самарская художница Анна Сливкова пишет картины уже около 20 лет. Ее отец тоже был художником, однако работал в графической технике. Анна же предпочитает живопись маслом и второй год подряд представляет свои работы на арт-фестивале. Здесь я вытащила на свое настроение сегодняшнее много цветов, самарские пейзажи, Волгу в основном, Винновка, очень люблю Винновку, такое место силы. И рыбы, волжская рыба. На площадке арт-фестиваля «Живописный город улицы в Золотом» были представлены работы как профессиональных художников, так и студентов ведущих учебных заведений, а также музеев города. В этом году город в Золотом. О чем речь? О том, что золото это города, это не только то, что мы видим, вот сейчас осень вступает в свои права, украшает наш город, заливает его красками, но самое главное – это люди, особенно талантливые люди, которые составляют драгоценность этой земли, ну и вообще все мы, которые, жители Самары, люди, которые наполняют ее дыханием, биением своих сердец. На фестивале художники могли поделиться опытом и креативными идеями. В рамках программы прошли мастер-классы и творческие встречи. Это действительно потрясающее событие. Здесь можно насладиться работами художников, Союза художников регионального отделения. Я уже купила картину замечательного художника. Просто не могла пройти мимо, как увидела эту работу. Она запала мне в сердце, в душу, я не выдержала. Гостей фестиваля ждала также музыкальная программа. Организатором выступило Самарское региональное отделение «Союз художников России». Августина Охременко, Николай Сидоров. События.